Меня зовут Артём, мне 24 года. Что тебя привело к нему? Я употреблял, плотно употреблял соли, синтетический наркотик. Сколько лет? 8 лет, но очень плотно, где-то года 2. А очень-очень плотно годик. В общей сложности, да. Вообще 8 лет, но это было раньше баловство. Сейчас это привело к большому употреблению, последний год. Просто мне стало интересно. Сильно дешевый наркотик, сильно доступный. И вот из-за этого начал употреблять. Все друзья употребляют. И я по дурости тоже начал. Привело это к большому неполадкам в семье, неполадкам здоровья, неполадке с работой. То есть в голове только был один наркотик. Просто я потерял все. Я потерял работу, я потерял, самое главное, семью. И из-за семьи я пошел лечиться. Я не видел выхода дальше. У меня был разговор с родителями, и общими усилиями поняли, что мне нужно пойти полечиться. А в центре у меня здесь был друг, он здесь лечился. Он мне посоветовал, сказал, что хорошая клиника, переходи лучше туда. Ожидание, что я еду в клинику вылечиться полностью. Здесь я был почти, даже не почти, а месяц. Были ожидания меньше, чем ожидания стали сейчас. Сначала я думал, что какая-то я попал непонятно куда, люди кричат, я не понимал, что это происходит. Потом меня научили все, к чему, как делать, как дышать. Я понял, что мне становится лучше, я веса набрал, я стал более похож на человека. В отношении с родителями, да, наладилось и общение, и понимание. Стало все хорошо. Ты лежал? Я с мамой лежал. Мама довольна лечением? Мама довольна, да, конечно, лечением. Ну, я знаю, что у тебя сегодня будет такая процедура, как провокация, ты пошел на это. Из-за чего ты согласился на нее идти? Она же более, ну, все знают, она страшная. Из-за того, что я употреблял соли, и я узнал, что я подошьюсь, но я понимаю, что соли такой наркотик, что его почти тесты не определяют. И я уже на все готов, чтобы мне сказали, что не нужно, чтобы сам мозг сказал, что лучше не надо. Настроение у меня боязнь, тревога, боязнь самой провокации, тревога на душе, и как-то чувствую себя тревожно.